Вот, ребята, запомните меня таким, каким я есть. Сейчас я пойду отправляться за новым мной. Минитон придумал новую модель для меня, но я не хочу быть таким. Он очень страшный, даже страшнее меня. Ладно, мне придется отправиться, путешественник. Я готов. Давай. Отправляй меня в мой цирк. Да, именно здесь я должен найти мой новый облик, с помощью которого я, ну, что-то смогу сделать. Ладно, я пошел искать. Нет, не могу найти. Неужели мне придется смириться с тем, что я никогда не стану таким? Это как? Это где? Нет, это неужели то, что я искал? Это новый я? Нет! Итак, вот он мой новый облик. Я стал таким. Эй, клоуни, ты чего плачешь? Кукови, ты не видишь, почему я плачу? Я новый, у меня новый джемскар, я новенький, у меня вот картина во мне воткнута. Мне нравится мой старый образ. Мне тут меня переделают. Да не бойся ты, это просто лишь концепт. Концепт? Ура! Это просто я переоделся, да? Можно я переоденусь в того, кем я был? Ну, окей. Так. Итак, вводим в поиски клоуни. Есть! Я могу превратиться в нормального себя. Спасибо Кукови за подсказку. Всем привет, ребята! И вы только что увидели, как получить новый бейдж в игре роли Play Piggy. Да, ребята, я уже мини-фильмов много делал. Ну, много, в общем, всего делал. И, короче, я вам решил показать обновление. Здесь вышел новый бейдж, вы только что его видели. Так, ребята, я случайно нажал на новую функцию бот-тестинг. Да, ребята, добавили тестирование ботов. И вот сейчас, к примеру, я могу телепортнуться к Рашу. Вот он. Ну, вы видели, да? Так, в общем, вот Раш. Так, теперь давайте... Ну, я хочу почему-то телепортнуться к... Маргаритке. Это Дейси, что ли? Дейси, понятно. Так. О, Ива. Ой, ребята, это Виллоу. Боже мой, отстань от меня. Я невкусный, не надо. Отстань. Ай. Так, убегаем, убегаем, прыгаем. Хоп. И пусть убьет. В общем, ребята, меня убили. Просто блеск, да? Изи. Это что такое за нижний джемскар? Не понял. Так, теперь давайте сделаем Мариски. А, это Мари! Мари, помогите! Ран! Ран, ребята! Давайте, кстати, к клоуне телепортнемся. И да, ребята, я надеюсь, что клоуни останется таким, каким он есть. Его не будут переделать. Ну, который он сейчас был в ролеплей. Ребята, если вы слышите, что у меня что-то с голосом, не переживайте, немножко носик, нос заложен. Но я стараюсь снимать для вас видосики. Меня убили. Понятненько. Все с вами понятненько. Ждите, кстати, скоро, наверное, уже на этой или на следующей неделе новый мини-фильм. Это будет не идея, а уже будет моя, потому что не хочется постоянно ваши комментарии. Ёлки-палки, клоуни, я пытаюсь вроде бы к тебе телепортнуться. А сейчас, ребята, у нас будет побег от Элфи.
Да блин, минус того, что они просто стоят рядом со спавном игроков. Опа. Не успеваю я отбежать, ребята, он меня убивает. Я хочу вернуться на главный сервер. Еще хочу побегать за нового клоуни, да, ребята. Надеюсь, кстати, что я что-то придумал, связано именно с этим клоуном. Может быть, какой-то мини-фильм. Все зависит от ваших лайков и подписок. Я, кстати, ребята, может быть, сделаю мини-фильм в честь 40 подписчиков. Но вы понимаете, что нужно для этого? Да ёлки-палки. Я просто забываю про то, что это не как со скинами там нажимаешь. Я хочу на главный. Так. Клоуни концепт. Аккуратель. Так, переводится. В общем, ладно, я пойду примерю незараженную версию. Вы видели зараженную. Теперь давайте посмотрим на незараженную версию. Чуть не нажала, ребята. Так, обычные. И вот он. Вот он, ребята. Нормальный клоун. Кстати, сюда добавили функцию, где можно перевоплощаться в зараженные версии. Это, ребята, гораздо удобнее, чем когда-то было раньше. Но сейчас я, кстати, серьезно говорю, потому что раньше, ну, вообще не было, вообще было неудобно. Эй, проси! Иди сюда! Смотрите, а как этот клоун не завис в воздухе? Я тоже так хочу попробовать. Может быть, у этого незараженного клоуна есть какая-то функция? Давайте я буду постоянно прыгать. Нажму на эту. Нет, у меня не получается. А как у тебя получилось? Так, нет, у меня все равно не получается. У меня получается только после этих штук. Так. Да отпустите меня. Ой. А, это больше. Ладно. Отправимся, ребята, на карнавал. И как скажем, вспомним мои времена. А, нет, не те времена. Вот эти. Да, ребята, я вас гипнотизирую. Кстати, прикольно с глазами придумали. Ну все, вам всем крышка. Идите ко мне, мои малыши. Так. Оп. Так. Встаем. Почему? Это что такое? Девичья волна. Огромные волны. Испуганы. Внезапно. Фу. Так, что-то фукаешь. Мышление. Головная царапина. Крауч сидит. Какой крауч сидит? Гарр. Сидеть. Смеяться. Я как будто его приказа. Почти падает. А чё это он так ходит? Какая мне эмоция включена, что он такой? А, у меня немножко забагалась игра. Ладно. Так, давайте проходим, не стесняемся, продаю конфеточки. Погодите-ка, это еще один есть? Клоун. У него, кстати, другая анимация. Предлагаю телепортироваться на новые карты. А именно, ребята, концовка фабрики, ребята. Да, сюда добавили одну концовку, одно начало. Вилла, ты чего? Давай вставай. Сражайся с ними. Ой, Фокси, иди работай давай. На. Леш, прости меня по голове. Вот, ребята, наш жирафик бедненький ухватился за животик. Тигри, ты-то что смотришь? Куда ты смотришь? Балда маленькая, иди сюда. Так. Эй, ты, это не я. Иди сюда, Фокси, я тебе сейчас покажу, что значит работать ненормально в моем цирке. Не хочешь?
И, ребята, началка галереи. Тут, кстати, пиги настоящие ходят. Они, кстати, убить могут. Так, я хочу в галерею. Давайте. О, я вспомню. Мол, давай, заходи. О, ребята, мы с Доги тут. Что-то делаем. Что мы делаем, Доги? Ладно. Меня не убивают? Смотрите, я заражу, меня не убивают. А если я сам не вот таким? Ну-ка, давайте покрутимся. Вот теперь посмотрим, как вы будете чувствовать себя на нашем месте. Держите. Нет, ладно. А как стать обычным игроком? Жалко, что тут нет такой функции. Есть такая функция? Нет. Ну что ж, ребята, вот такое небольшое видео получилось. Надеюсь, вам понравилось. Но вы не забывайте ставить лайки и подписываться на канал kukovimovie.rf. Ну а всем, ребята, пока-пока.